Певица Наташа Королева объяснила, почему не собирается обеспечивать жильем и машиной своего единственного сына, хотя пока и содержит его. Известная певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, вырастили единственного сына. Пока в приоритете у 19-летнего Архипа учеба в вузе, молодой человек не задумывается о бытовых вещах, он живет с родителями, которые его полностью обеспечивают. Однако звездная мама уверяет, что не собирается приобретать для наследника недвижимость или автомобиль. Певица считает, что сын всего должен добиться сам. Он должен сам обеспечить себе жильем, машиной. Безусловно. А как мы все это делали? Наши родители не имели возможности все это дать, мы сами включали голову и формировали свое видение дальнейшей жизни. Мы с ним договорились, что наш родительский долг обеспечить его, чтобы он мог полностью погрузиться в учебу, стать хорошим специалистом. Ему еще 2 года учиться, так что на данный момент о вылете из гнезда речи не идет, рассказала Наташа Королева в интервью антенне Теле7. Пока он дома с нами, на 3-м этаже под родительским крылом, а дальше должен сам формировать собственное пространство, решать, чего хочет, какие у него планы. У Архипа есть в запасе время, чтобы не задумываться о бытовых вещах, о том, где заработать, чтобы дом был полная чаша, отметила певица. Кстати, 19-летний Архип не сидит на шее у родителей. На карманные расходы он не просит деньги. Сын знаменитых супругов преподает японский язык онлайн. Плюс к этому Архип трудится с мамой на телевидении и получает зарплату. А еще молодой человек исполняет песни. Наташа Королева и Сергей Глушко гордятся своим наследником. Было очень много всего интересного. Из самого основного, я попробовал себя в качестве ведущего Муств и стал участником программы «Две звезды». За все это время я набрался опыта и новых впечатлений. Мой энтузиазм растет каждый день, и мне не терпится узнать, что готовит для меня Новый год. Подвел итоги прошедшего года сам Архип.